То есть это вот тут Чпоник даже здесь на втором месте играет. Какие люди в Голливуде? Смотри, самый блатной на городе. Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Сервер, который открылся 2 или 3 дня назад. Сейчас оно прогрузится, подожди. Вот. Сервер, который открылся 2 или 3 дня назад. Это приватный сервер, на нем сейчас мало людей. Ну как мало? То есть это вот тут Чпоник даже здесь на втором месте играет. Какие люди в Голливуде? Ну, это единственное место, где вы можете встретить Чпунька, это на этом сервере. Поэтому, как бы, люди, которые выиграют рулетки, будут играть на одном сервере вместе с Чпуником. Если Чпунька уже много лет нет в команде, будете с ним хотя бы здесь играть. А, это, кстати, город Чпунька. Они всегда вот это все... Я балдею просто, я балдею каждый раз того, что они выстраивают. Тут вроде играет Чпуньк, тут вроде играет Картошка и вроде Мия. Смотри, самый блатной на городе. Чик какой! И вот это вот их город. Я не знаю, есть тут кто-то еще или нет. Но как бы серверу где-то 3-4 дня плюс-минус. Вот тут Чпуньк сейчас, тут Стасик. И этот сервер работает 24/7. То есть люди, которые выигрывают рулетки. Вот кто сегодня выиграет рулетку. Кто в конце стрима попадет в 5 самых больших топ-донатеров, выиграет в рулетке. Я ему напишу, ну, способ связи и добавлю его лично на этот сервер. Сервер пару дней назад открылся, ему еще даже недели нет. Кто-то уже в Незеритке бегает, как Чпуньк, а кто-то бомж, условно, как Стасик, потому что Стасик... А, Стасик тоже в Незеритке. Ну, Стасик как бы ничего не меняется, это подземная женщина, которая кроме как шахтерить ничего больше не умеет делать. Дальше, кто у нас здесь еще есть? Давайте на плюшку посмотрим. Вот она бомжиха, да, она в железной броне. Она копирует город Чпунька, как я понимаю. А, тут нифига себе, кто-то себе пентхаус Тони Старка строит. Короче, тут все, ну потому что это новый биом, и все строятся в этом вишневом лесу. Ля какой, вот это мне нравится. Вот я на Алтае кучу раз был, вот там точно такие же домики. Барнхаус называется. Ну... В целом, вот бомжатники. Тут кто-то голый, кто-то в железке, а одна алмазная шмотка. Ну и все. Стасик Незеритка, Чпуньк Незеритка. Давайте еще Аврика посмотрим. Это Гиб-Гибг. Аврик. А, вот Аврик, я только что ее видел. Вот. Поэтому те, кто хочет играть 24/7, здорово. А для тех, кто хочет играть 24/7 в Майнкрафт, никогда, на никогда не выключающемся сервере можете играть вот здесь. Тут каждый, тут всегда играют люди. Что ночью, что днем, заходите, играйте. Но это только тогда, если вы выиграете в рулетке. Вот, это специальный, приглашают город посетить. Давайте посмотрим, что там человек настроил. Ну и бомжатник, конечно. Ну и бомжа. О, вот это хороший, вот это хороший дом. И вот это вот хороший. Вот или это не дом, может тут вообще животные живут. Короче, непонятно. Ну, короче, тут люди просто собираются в огромные компании и строят, каждый строит себе город. Вот тут вообще перчатка Таноса, это главная достопримечательность этого города. Тут летающий корабль или что это за дичь, я не понимаю. Ну, короче, вот, это для тех, кто, если вдруг что, хотел выиграть в рулетке.